Привет, с вами Андрей, и сегодня я расскажу вам об аккумуляторной цепной пиле Deodax 821. Давайте посмотрим, как она укомплектована. Инструкции по эксплуатации, шина с защитным кожухом, сама пила, зарядка для аккумулятора, сам аккумулятор, отвертка для натяжки цепи, сама цепь и также ключ для снятия защитной крышки. И приступаем к сборке. Для сборки, прежде всего, нам надо установить шину и цепь. Для этого мы должны открутить боковую крышку. Здесь мы видим ведущую звездочку из металла. Теперь на шину надо одеть цепь. На шине, обратите внимание, нарисовано, как правильно установить режущие кромки. Обратите внимание, вот у вас метка, картинка, как правильно устанавливать цепь на самой шине, а также на самой аккумуляторной пиле. Вот, видите, вот этот рисунок. Устанавливаем шину. Вот, все у нас здесь совпало. А теперь одеваем крышку. Наживляем гайку. Слегка подтяните. Слегка. А теперь делаем регулировку натяжки цепи. Цепь мы поставили. Проверили натяжку, осталось залить масло и поставить аккумулятор. Я пользуюсь маслом Deo, которое мне никогда не подводило. Масло заливается немного, так что будьте аккуратны. Для контроля уровня масла есть специальное окошко. А сейчас мы ставим аккумулятор. Универсальный 21-вольтовый литиево-ионный аккумулятор подходит ко многим товарам этой линейки. Проверяем уровень заряда. Также нажимаем кнопку пуск. Все, загорелся зеленый индикатор. Проверяем работу. Чтобы включить пилу, вначале надо нажать кнопку, а потом нажать курок. Если вот так, то у вас пила включаться не будет, пока вы не нажмете вот эту кнопку. На цепной пиле стоит бесщеточный двигатель. Также есть защита оператора. Ну что, попробуем ее в деле. Проверяем автоматическую подачу масла. Автоматическая подача масла обеспечивает долговечность работы цепи. Ну что, попробуем, как пила работает. Также хочу заметить, очень удобная ручка, удобная балансировка. Рука не устает, ну и в принципе, видите, сколько мы уже напилили на одном аккумуляторе. Ну что, завалили дерево, распилили, порезали все сучки. На индикаторе еще осталось 2 отделения из 4. То есть можно пилить дальше. Друзья, следите, пожалуйста, за уровнем масла. А так, пила отличная для работы в саду, но и в экстремальных условиях. С вами был Андрей. До новых встреч!